Дети, посмотрите, может, кого-то не хватает. Чатки полос. Вадим умер. Вадим, 2 какого-то там с углубленным изучением отдельных предметов. Имени Талыкова! Цифры надо писать. Попросим, да? Ну что, ребята, а сейчас, внимание, у меня к вам одно небольшое дело. Вот давайте сейчас попробуем. Стоп, буквы оставим пока на секунду. Да, я буду показывать букву. И, ребята, сейчас я предлагаю вам прямо от души назвать... Какая это буква? Я просто не знала, как эту ошибку показывают правильно. Вот, теперь поняла. Итак, внимание, я показываю вам букву и задаю какую-то тему. А вы называете на эту букву, барабаны, на эту букву называете то, что я говорю. Итак, внимание, назовите мне на эту букву, пожалуйста, любое животное. Собака! Вот, собака, отлично, хорошо. Собака! А на эту букву назовите мне какой-нибудь овощ. Ага. А на эту букву мне назовите какое-нибудь растение. Корова! Молодец. А на эту букву... Корень, молодец. Растение корень. Хорошо. А сейчас назовите, пожалуйста, что-нибудь питательное на эту букву. Пища! Я просто сказала, что я его бью. Пиво, нельзя, это не питательно. Это не питательно. Пиво! А сейчас назовите, пожалуйста, любое слово на эту букву. Пиво! Пышка, молодец, хорошо. Пылка, умница. Еще. На букву И не бывает слов. А кто вас сделал такими умными? А сейчас пока не основная программа. Ребята, подготовьте, пожалуйста, прилагательные, раз вы сказали рэпчик. Давайте мы сейчас, мы подготовленный рэпчик, но от души. И вот сейчас приготовьте прилагательное. Про Оксану Викторовну. Умная! А я сказала кричать его вслух, забудьте! Вслух не говорите! Тихо! Читаем рэпчик, который мы сейчас прямо читаем. Я поняла, вы знаете, да. Рукой качаем! Оксана Викторовна самая? Умная! Ага. Оксана Викторовна самая? Красивая! Ага. Оксана Викторовна самая? Самостоятельная. Вообще огонь. Оксана Викторовна самая?
Ага, Оксана, Викторовна самая. Сейчас ображаю. Оксана, Викторовна самая. О, да, Оксана, Викторовна самая. Оксана, Викторовна самая. Оксану, Викторовну мы очень любим. Оксану, Викторовну мы очень уважаем. Оксану, Викторовну мы очень уважаем. Почитаем, молодец. Это почитатель. Иди, Дырчик. Ага, опустила бабочки, бабочки. Сейчас, внимание, мы начинаем основную аккредитированную часть поздравления. Все сделали два шага назад. Итак, внимание, наш суперкласс готовится к выступлению. Я извиняюсь, на что, на сколько высоко будет? На два. Итак, мы начинаем. Ну, давай подожди. Только для вас. Группа ОВ расширила свой состав. Сегодня нарядный. Человеческое. Еще раз. Спасибо! Спасибо! Спасибо!
конечно же, награждаем аплодисментами нашу любимую учительницу. И хотим подарить вам этот букет цветов. Ну и не бессменный председатель Олимпийского комитета идет целовать вас, обнимать от души. Это наша самая маленькая благодарность, самая-самая малейшая. Мы очень вас любим и хотим, чтобы вот маленькая частичка нашего сердца, нашего класса осталась всегда вместе с вами. Это вам. Ну что, друзья, еще раз и еще раз о Сане Викторовне прямо говорим. Я подойду к вам. Потом. Я речь не готовила. Вы от души. На самом деле, начиная со второго класса, я начинала уже с вами мысленно прощаться. Когда шла домой, я не знала, какие слова я буду говорить вам в конце четвертого, потому что вы запали в мою душу. Поэтому мне, конечно, тяжело будет с вами расставаться. Помните всегда то, чему я вас учила. Быть внимательными друг к другу, отзывчивыми. Быть самыми лучшими. Думать о своих поступках. И будьте дружным классом, чтобы в школе нашей знали, чьи вы дети, кто у вас родители. Чтобы нам было приятно слышать о вас только прекрасные слова и хорошие слова. Даже после любых падений и огорчений вы должны гордо поднимать голову и идти вперед. Я вас научила побеждать. И вы должны знать, что такое вкус победы. Поэтому всегда не сдавайтесь, боритесь, идите вперед. Учитесь на одни пятерки. Ну, иногда можно и тройки, это сложно, конечно. Но в голове у вас не пусто, это точно. Так что давайте вперед, самые лучшие, добрые, самые лучезарные мои дети и родители. Я вас люблю. Стоп, я помню, что человек на каблуках. А мы знаем, девочки, что такое стоять на каблуках. Девочки, аккуратно, это не нужно, хорошо? Я чувствую, что это не нужно. Ребят, а сейчас... Я, знаете, хочу еще раз сказать нашей Оксане Викторовне. Оксана Викторовна, мы от нашего Олимпийского комитета еще говорим вам, что вы самая у нас лучшая и самая классная, и самая любимая. И просите, чтобы мы звонили вам днями и ночами, и все время. Поэтому еще раз аплодисменты нашей любимой классной. А вот здесь Оксана Викторовна, кто это? Всех стресс, Оксана Викторовна, кто это? Кто это? Это я вас хочу спросить, кто это? Сколько можно ждать? Как вы меня назвали, милочка? Шопокляк. Меня назвали Шопокляк?
Папа еще знает окружающий мир, это вообще хорошо. Когда отец ориентируется в окружающем мире, это вообще святой человек, да? Поэтому сейчас для всех детей 4, 5 и всех остальных классов мы хотим спеть эту песню. Поэтому детей мы попросим зайти. Итак, мы начинаем. Готовы? Под ваши аплодисменты. Ой, не мать.